Она сказала, что ты не формал, что ты пидорас, что ты заебал. Ничего не выйдет таким, как я. Один, два, три. Ага. Чей! Ох, какая жара у вас, блин, ребят. Так давно не приезжали в Казань. Вообще очень классно, что вы сегодня пришли. Будний день, вот тут, да, четверг непонятный, да? Сейчас у нас диван гитару построит. Мы сейчас тут все отстроимся и начнем. Небольшой тур такой, типа, у нас очень много коронавирусных ограничений. Доехали до замечательного фестиваля в Челябинске. Вот, организаторам желаем, не знаю, успеха. И очень-очень плохо, чтобы не состоялось, но... Все, обязательно будет. А гитарку можно вот сюда? Мне бы совсем чуть-чуть гитару сюда, мне только. Совсем чуть-чуть. Раз, два, е. Ага, ага. Диман, ты шуми, чем ты делаешь, пожалуйста. Ну и бас-бочки бы, наверное, чуть-чуть тоже. Но вроде слышно пока, если там чего, то добавляй. Ага, все. Здрасте!
Спасибо, ребят. Уважаемый звукорежиссер, можно мне голос гитариста сюда тише, много-много, сильно-сильно меньше. Спасибо. Он, конечно, крутой чувак, но его очень много у меня в мониторе. Ну что, ребят, давайте следующая песня, называется «Московская», посвящается всем, кто любит ска. Давайте немножко подойти поближе, да, будем сейчас дуздускашничать, как говорится. Ну что сказать, все, что мы скажем после этой песни, все, что мы думаем о группах, которые были до нас, как говорится. Поехали, «Московская» называется песня, давайте танцевать вместе с нами, друзья. Лучший суппорт за все время наших туров по России. Это я могу абсолютно точно сказать. Мы как-то играли в Кёльне на разогреве Voodoo Go Schools. Такие вот известные американцы в Германии. Так вот, я вам скажу, что Voodoo Go Schools примерно на одном уровне с группой Silver Crew, которая до нас сыграла. Большой респект парням. Спасибо им. Они супер-пупер. Охуенные ребята. Ну и, конечно же, первая группа Дипдикс тоже. Аплодисменты вам, ребят, всем. Следующая песня называется «Beach on Tour». Посвящается всем вольным путешественникам. Мы, наконец, ждем, когда откроют границы. Мы уже куда-нибудь поедем, поиграем концерты, расскажем всем про российский панк-рок. Потому что там мало чего знают, правда. Поехали, ребят, «Beach on Tour».
привет! Вот это жаришка! Сколько лет мы не выступали в Казани? Кто-нибудь был на прошлом концерте из вас? 6 лет! 6 лет нас не было в Казани! 2015 мы вас не раз приезжали, и спасибо, что вы вот, ну, дождались 6 лет, оказывается. Круто, ребят, спасибо! Следующая песня посвящается всем тавгаям. Есть такие вообще в зале? Ну, типа, кто любит хардкор, там, стрит-эйдж, в хоккей играть? Кто-нибудь любит в хоккей играть вообще? Вон Жак Барс вроде как, нет? Ну ладно, в общем, песня о хоккее, песня о хоккее. Поехали, ребят! Чуть попроще, да? Следующая песня называется «Я с тобой». Посвящается всем влюбленным на планете Земля. Очень жарко у вас, ребят. Спасибо за эту атмосферу. Спасибо за то, что вы в четверг пришли на этот замечательный концерт. Спасибо клубу «Нара», спасибо Илюше. Спасибо всем, кто какое-то отношение к этому имел. «Я с тобой», мы вас любим, ребята. И следующая песня об этом. Сейчас Диманчик гитару настроит. У нас, кстати, есть мерч. Ребят, там вот футболки, майки, в общем, все, что там видите, то и есть. 500 рублей, любой размер, поддержите, если есть возможность, если нет, то не поддержите. Уже, кстати, много людей поддержало. Ну что, я с тобой, поехали.
офигенно, ребята, просто... Поехал, все, давай, Майн, спасибо, что пришел. Спасибо, что приехал из Питера специально на концерт. Человек, видите, даже из Питера приехал. Аплодисмент. Ну что, ребята, я предлагаю немножко расслабиться. У нас есть новая песня, она не записана, мы ее пару раз всего лишь играли. И она о том, что... Типа, хочу на море уже, в конце концов, да? Это регги, поэтому... поддержите нас, пожалуйста, мы никогда эту песню не играли, вот. И сейчас будет дебют. Немножко регги для вас. Поехали, окей, Гугл, ребят. Завтра будет лучше, чем вчера. Принеси и купи билеты, он ведь нужен всего один. Навсегда хочу вечное лето и мороз оставить позади. Самолетами и поездами от Ростова мы на своих двоих. Я лечу на свидание с волнами, попробуйте остановить. Вечерами на пляже гулять, держа сланцы в руках. Вместо серых многоэтажек смотреть на закаты в горах. В гамаке хочу спать до обеда, до утра смотреть в океан. Чтоб дельфины встречали приветом, это мой единственный план. Самолетами и поездами от Ростова мы на своей паре. Я лечу на свидание. Попробуйте остановить. Самолетами и поездами автостопа мы на своей паре. Я лечу на свидание с волнами. Попробуйте остановить. Смотрю, скатывать все любят, да? Давайте продолжать в этом же темпе. Следующая песня называется «Турция» для всех, кто любит туда ездить, танцевать, пить, бухать. Я не знаю, что делать. Все, что любит, душе угодно. Турция, ребят, давайте танцевать ска. Ну, не стесняйтесь, давайте все поближе. Мы так, мы раз в 6 лет приезжаем. Ну, пожалуйста, по-братски, ребят, давайте все танцевать, пожалуйста. Поехали! Турция, дуза ска, танцуют все. Yeah.
солнышке лежим. И, наверное, обгорим. И приедем мы домой. Я сакар, я крутой. Буду я опять скучать. Целый год переждать. Выходные и бабло. Тут я сплю чего. Классно, классно, очень жарко у вас тут. Замечательное, кстати, место, нора. Поздравляю вас, что вот у вас такое место появилось, настоящий рок-клуб. Мы просто по России редко ездим, вот мы в последнее время там что-то куда-то подальше, знаете, там едем. Вот, в Европу, в Азию. Но вот скажу я вам, что вот в Германии, вот в Польше, вот, вот нора 2.0 в каждом городе. Спасибо вам, что вы пришли сегодня. И следующая песня называется «Танцуй, пока молодой». Посвящается всем, кто еще не вырос, кто еще хочет оставить задор максимально юношеский. «Танцуй, пока молодой», ребят, давайте все сейчас танцевать. Давайте все с нами. Слава Бирюков с вами и группа «Дистемпер». Поехали, ребят. Ну, Слава не обидится, мы дружим. Поэтому «Танцуй, пока молодой». Стал для таких выходок. Моя доска! Думаешь? Моя доска? Супер! Я так близко!
Окей, ребят, следующая песня, она посвящается всем тем ребятам, кто до сих пор ходит на панк-рок-шоу, хотя у нас царит совсем другая культура сейчас, да, так называемая музыка. Для всех тех людей, кто приходит и поддерживает четверг, взрывает полностью клубы, которые поддерживают локальную сцену прежде всего. Спасибо, что делаете это, ребят, это очень и для нас, и для казанских групп это очень мы это чувствуем. Поэтому следующая песня называется «Панк-рок-шоу», посвящается всем тем людям, кто ходит на концерты. Спасибо, ребят. Это правда очень важно для нас всех сейчас. Давайте все вместе, как один. Уже, наверное, стоит приступать там, к таким песням, которые кто-то просил, или давайте мы еще. У нас есть серьезная, на самом деле, песня, ребят. Я не знаю, стоит ли ее играть. Но сейчас в мире, знаете, происходит очень много всяких событий, которые не на руку там нормальным, обычным людям, да, которые ничего с этим не могут сделать. Так вот, мы любим всех наших друзей из других стран, в частности, из Украины, из Беларуси. И мы не хотим, чтобы нам кто-то что-либо навязывал, там, говорил, кто плохой, кто хороший, что надо делать. Этим отличается панк-музыка, этим отличаются вот те концерты, на которых мы с вами собираемся. Эта песня, она называется просто песня. Поддержите нас, пожалуйста, ребят. И всех тех, кто... Бывает такое, что у тебя живут друзья в Киеве, а ты не можешь к ним приехать. Так же, как у киевлян живут друзья в Москве, они не могут этого сделать. Это очень плохо. А
мы за то, чтобы всем было хорошо. Эта песня могла быть о любви. Эта песня могла быть про друзей, про нескончаемые пьянки в голове моей. О том, что санкции, политика, вся эта хуйня. О том, что скейтборд до сих пор несет меня. Что веришь ты в мифический протест, и ничего другого в этом мире нет. В этом мире нет! Эта песня ни о чем, и это нравится нам. Эта песня ни о чем, плывет по городам. Эта песня отводит дурные мысли. Эта песня ни о чем. Эта песня без смысла. Посвящается, слава Богу, Марлею, посвящается ребятам, которые из Самары сегодня приехали на концерт. Спасибо вам, друзья, большое. У нас сегодня, да, есть и Тулы, и Самары, и из Питера ребята, которые как-то оказались, ну, не знаю, в Казани на концерте, и прикольно. Спасибо, что пришли. Следующая песня, слава Богу, Марлея, немножко регги. У нас совсем мало песен осталось, поэтому, ребят, давайте поактивнее. Ну, заходите по центральным танцпол. Давайте немножко регги.
Ну что, давайте сейчас небольшое шоу-программу устроим, да? Давайте вас попросим об одной услуге. Давайте разделим танцпол сейчас на две половины, направо и налево. Тотальный Wall of Death. Песня называется «Обними меня». Может быть, кто никогда не слышал ее. После слов «Обними меня» давайте зайдемся в центре танцпола. Давайте, ребят, договорились с вами? Только давайте не стесняться, ну вроде у вас вот тут вот есть. И тут тоже. Ну что, Wall of Death, после слов «Обними меня», договорились? Ну... Да, да, да. Давайте, после слов «Обними меня», ты снимай, блядь. Снимай, снимай, я тебе говорю. Потом у нас есть Инстаграм, флашфиш, всю хуйню отмечаешь. Ладно, договорились? Ну вот я запомнил тебя, чувак, просто. После слов «Обними меня», договорились, ребят? Да? Поехали. Она сказала. Она сказала, что ты не попал, что ты не дала, что ты заебал, чего они будут с таким, как я. Не вижу, что написано. Но у нас, наверное, осталась последняя песня. Поэтому спасибо еще раз всем тем командам, которые играли до нас. Это был лучший суппорт за всю историю наших туров в России. Это абсолютно точно. Кто-то потерял часы, ребят? Ну, будьте внимательны. Твои? Это же твоя девушка. То есть ты не знаешь, какого твоего парня часы, да? 5 баллов. Или это не твой парень вообще? Ага. Вот нормально такие пришли вдвоем на концерт. Не-не-не, сейчас будет песня, которая называется «Моя доска». Посвящается всему татарскому скейтбордингу, если такой когда-либо был. Есть и будет! Ура татарскому скейтбордингу! Песня называется «Моя доска», ребят, давайте все вместе встанем. Сука, сели так охуенно, спасибо, Татарстан! Ребята, все сюда, все сюда, все к нам! Еще? Ладно, друзья, у нас
На самом деле есть Инстаграм, Контакт, Фейсбук. Везде добавляйтесь, будем всем рады. Отмечайте, у нас есть футболки там, тоже за 500 рублей покупайте, кому охота к Илюхе, подходите. И сейчас будет, наверное, последняя песня. Она о том, что панк-рок — это, короче, такая музыка, когда ты должен все сам делать. Независимо от того, что бы ни происходило. Вот эти чуваки, которые владеют клубом «Нора», они все делают сами. Спасибо им за это. Спасибо, что пришли, ребят. Это был замечательный вечер. Еще. Все нормально, кстати, с чуваком с этим? Нормально, с тобой все хорошо. Да, со мной вообще все нормально. Я вам просто расскажу историю, пока вот как раз сейчас чувак упал. И я был на концерте New Fanglory, короче, в Москве. Было очень мало людей. Вот, первый раз, когда они приезжали. Они вообще единственный раз приезжали. Вот, и прикиньте, меня, короче, я такой тоже выбиваю, блядь, на сцену, прыгаю, короче, такой. Меня скручивают охранники, блядь, заламывают, вывозят из клуба, короче. Вот, но я как-то потом опять проникаю туда, туда-сюда. Прикиньте, подходит ко мне, держите, все нормально с ним. Последняя песня на сегодня называется «Одежда». Посвящается всем тем, кто еще не вырос. И всему тому сатанизму, который сегодня происходил. Спасибо вам, ребята, это было супер круто. Сил вперед крыл, я даже не хочу комментировать, потому что, по-моему, и так всем все понятно.
Здесь группа Flashfish. Спасибо, что пришли. Спасибо, Илья, что организовал концерт сегодняшний. Песня «Одежда» танцует все. Ну давайте вот на последней песне все потанцуем, ребят. Давайте вот все-все. Я понимаю, что вы все взрослые, там, да, работа, семья, там вся хуйня. Но сейчас будет абсолютный хит 2004-2007 года. Поехали, друзья. Спасибо, что пришли. Давайте, ребят, Казань, все вместе с нами. Самара, Казань, Тула, Санкт-Петербург, Москва. Yeah.